Так, всем привет. Значит, планирую провести тест на закипание воды. У нас есть электроплита. Вот эта конфорка считается быстрой для быстрого сильного нагрева. Есть пол-литровая банка. Сейчас набираем сюда полную баночку воды. Пол-литра. У нас есть также часы. Сейчас у нас 31 минута и 30 секунд. Включаем. Так, электроплиту включили. Будем сравнивать закипание на индукционной плите и на электроплите. То есть, что у нас быстрее, что мощнее, что меньше жжет электричество и на чем экономить готовить. То есть, с учетом подорожания цен на электричество, я думаю, тема актуальна при выборе плиты на кухню. Плиту я включил на максимум, максимальный нагрев. Так, 4,5 минуты. Ну, вода как бы закипает. Непонятно, сколько она будет закипать еще. В общем, в одинаковых условиях, значит, это же сотейник, охладим полностью. Нальем опять же с крана пол-литра воды и попробуем проделать то же самое на индукционной плите. С индукционной плитой она тоже 3,5 киловатта. Ну, посмотрим разницу. Да, хочу сказать сразу, газовые плиты в этом конкурсе не принимают участие, потому что на газовой плите, ну, будет еще дольше, честно. Так, 7,5 минут, вода начинает 8,40. Вода полностью... Ну вот 9 минут, можно сказать, что вода закипела. 9 минут, 10 секунд. Да. Есть, выключаем. Значит, электроплита. 9 минут закипания воды. Это очень много. Так, продолжаем. Значит, кастрюлю, сотейник полностью охладили. Помните, электроплита, пол-литровая баночка воды, это 9 минут. 9 минут, 10 секунд закипания. Сейчас сделаем то же самое на индукционной плите. Наливаем эту же баночку воды. Те же пол-литра. Так, есть. Поехали. Значит, 42 минуты 5 секунд. Здесь у нас 9.43. Не знаю, видно, не видно. 9.43. Значит, 3,5 киловатта индукционная плита. Условия одинаковые. Те же пол-литра, тот же сотейник, холодная вода с обычного крана. Прошла минута, уже появились бульбочки. То есть вода начинает закипевать. Ну, разница очевидна. Индукция побеждает. То есть умножьте 3,5 киловатта на время готовки. Ну, это просто чудеса какие-то. Вот, минута 45 секунд. Ой! Минута 45 секунд. 42 секунды. Минута 42 секунды. Время закипания. При готовке постоянной на кухне, ну, экономия просто колоссальная. То есть от электроплиты отказался. С газовой плитой аналогично мучаемся там у тещи. Очень долго, пока она раскалит эту кастрюлю, эту сковородку, это, ну, нереально просто. На даче аналогично. Газовая плита, это, ну, можно ее подпаливать, уходить туда минут на 10-15, пока она там раскочегарит эту кастрюлю или сковородку. Ну, такая ситуация. То есть индукция пока непобедима. Все, всем пока.